Всем лучей добра, друзья, это No Man's Sky, мы продолжаем исследовать и прыгать по планетам. Сейчас мы на второй планете, в прошлом видео мы закончили на ней, и я вот немного отбежал, завершен важный этап путешествия, прям сразу вот так, немного отбежал от корабля, новичок, уничтожено стражей один, да. Я вам не рассказал, ребят, пока бежал вот от корабля чуть-чуть, буквально минут 10, пофармить золото, чтобы вам на видео, да, не скучно было смотреть, как я фармлю. Я случайно, меня спалили вот эти вот дроны, и они начали по мне стрелять. Я одного завалил, второго завалил, убежал и скрылся от других. Они позвали других, тут еще трое за мной летало. Здесь не дружелюбная планета. Прогрузилось что-то. Не дружелюбная планета к системам жизнеобеспечения. Вот что я хотел сказать. Соответственно, у меня очень быстро уходит мой костюм, который поддерживает пустоши. Так, поддерживает мое состояние в норме. Но у нас есть энергия. Много энергии, все хорошо, поэтому. Так, давайте быстренько сделаем это. Блин, у меня инвентарь полон, я даже не знаю, что скинуть. У меня и корабль полон. Честно, вот углеродом надо заряжать. Углеродом. Мультитул, углерод. Я думаю, просто углерод надо выкинуть и все. Углерод выбросить. Вот, теперь есть свободное место. Сброс груза. Так, сфера концентрации. Так. Это хорошо. Ничего не найдено. Плутоний. Сохранить. Сохраняемся, потому что я пережил. Тут за мной трое гонялись, ребята. И знаете, как это было жестко. Так, игра сохранена. Так, не надо нам. Точку восстановить. Так, идем вовнутрь. Идем вовнутрь. И, блин, была жесть на самом деле, ребята. Была жесть просто лютая. По мне стреляли. У меня было чуть-чуть прям пол хп, даже меньше. Но я убежал от них, скрылся, и все вроде, все утихло, они летают. То есть нельзя было при них брать ресурсы, крафтить. Вот так вот. Как-то так. Как-то они были против этого. Что это такое, черт возьми? Что это за такое? Мне не нравится это. Так, плутоний. Давайте заходим вовнутрь. Что-то здесь все проросло какими-то растениями. Углерод. Оно живое? Так, у меня есть вот такая вот штука, как в мультитуле я вот делаю вот такую вот. Вот такую вот. Вот так вот. Оп, поставил. А теперь... Я могу пострелять. Нет? А что, здесь нельзя стрелять, что ли? Ах ты с... Как нельзя стрелять-то? Зарядить. Почему нельзя стрелять? Ну-ка, если я выйду. Здесь может наступить. Здесь нельзя стрелять. Это не есть хорошо. Ладно, тогда убираем. Разобрать. Правда, это не очень выгодно. Ты жучка. Предмет взаимодействовать. Разгруза. Так, плутоний. Плутоний. Завершен важный этап путешествия. Что я сделал? Лежачий. Что лежачий? Я кого-то нашел, труп лежачий, что ли?
Ничего не найдено. Плутоний. И что здесь? Здесь ничего нет, по сути. По сути. Ну да. Никак ее не убить. Никак. Ладно, уходим отсюда. Здесь неприятно находиться вообще. Вообще неприятно находиться. Так, у нас еще есть, здесь есть две точки, куда можно побежать. Это вот там одна. И вопросительный знак там. Давайте ближе к дому. Ближе к кораблю. Да. Мне кажется, там золото виднеется. Золото, ребята, очень ценный ресурс. Как я понял. Очень ценный, поэтому... Здесь какие-то неприятные звуки, непонятные. Надо его... До прибытия 12 минут в пост. What the fuck is it? Причем, заметили, здесь никто не летает. Здесь никто не летает. Это что-то значит. Явно что-то значит. Так. Там золото наверху, золото. Эй, я люблю золото. И все мы любим золото. Надеюсь, я смогу здесь долететь. Смог. Жив целый орел, хорош. Так, видите, вот видите, как быстро падает, да? Вон золото, я вижу тебя, родная. Это хорошо. Ну нету ячеек свободных. Ну что сделать? Там Ми-9, чтобы зарядить импульсный двигатель. А там Ми-9, где я найду там Ми-9? У меня нету там Ми-9. К сожалению. Так. Зато у меня есть... Металлическая сфера золотистая, временно увеличивающая производительность электронных форм жизни, резко увеличивает проводимость скафандра, ускоряя исследования и анализ. Ох, стоит она 12 тысяч юэн. Давайте юани будут. Даже не знаю. Так. Мне надо зарядить, во-первых, систему жизнеобеспечения. Так, плутонием. Что еще мне надо зарядить? Мультитул. Не надо зарядить мультитул. Все и так хорошо. Там золото еще. И здесь золото. Это здорово. Это прям золотая планета какая-то. Это же очень круто. Надо фармить, ребята. Вы извините, конечно. Будет не очень, может быть. Ага, пролетели. Я вас вижу. Цуки, 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 цуки. Давайте сверху. А куда он полетел? Я вот в пещеры, честно, спускаться даже боюсь. Золото. Да ладно, ты гонишь, ты хорош. Ну ладно тебе, корабль, что там у нас? Золото, между прочим. Платина, иридий, алюминий, геридий, кризанит, цинк. Ну я не знаю даже, честно. Ну я даже не знаю, если честно, что тут можно. Короче, просто берем плутоний, убираем. И железо фармим. Причем плутоний не соберем, его куча здесь везде. Золото, золото, золото. Фармим. Фармим, фармим. Видите, оно по чуть-чуть совсем добавляется. По единичке. Главное не спалиться опять через с этими камерами наблюдения какими-то. Что за звуки? Здесь
Жарим, 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 нормально. Нормалдос. Так, вот что-то перегревается плохо, надо заранее отпускать, чтобы не перегревалось. Вот, так быстрее будет. Вот. Вот. Не знаю, багуля это или нет, но так быстрее. Кто там кричит так? Я из-за крика прям перегрелся весь. Давай, давай, давай. Что-то недоброе здесь. Зверей здесь нет вообще. Животных я не видел, не встречал. Не видел, не встречал. Сколько золота здесь, а? Еще и внутри. Как здорово-то, а? Ты смотри вообще. Ты смотри. Хочу золото! Больше золота. Даешь больше золота. Аж перегреваюсь, просто золота много хочу. Разведка системы жизнеобеспечения. Все, нафармились. Все, нафармились. Так. Если корабль здесь, а там что за дом у меня такой? Непонятно. Так, ну давайте, пошли вот на вопросик. Нам туда. Нам на вопросик. Тут еще золотая жила. Клево, две золотые жилы. Блин, это так фармить ее так долго. Мне бы на самом деле найти плутоний, я апгрейжу свой этот лазер. Собирательное свое устройство это. Ага, два вопросика. Если честно. Давай, 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 давай. Золотишечка, золотишечка моя любимая. Просто мы его потом продадим, насколько я знаю, оно очень дорого будет стоить. И нам это может помочь апнуть все остальное. Купить быстренько там корабль новый или какие-нибудь улучшения, это же классно. Какой-нибудь материал, который нам нужен, товар. Никого здесь нету рядом, никто не палит меня. процентов, ребята. Надо будет скоро сейчас заправлять. Да ладно, все, золото по полной. Золото 250. Мультитул заряжаем. Ну и что мы еще можем сделать? Здесь тоже золото есть. Уйди от меня нахрен. Уйди от меня. Выкинем. Еще плутония. Еще золото возьмем. Не мешайте мне собирать золото.
Никто не смеет мне мешать собирать золото. А все уже отсюда не собирается почему-то. Так, бежим. Туда бежим. Где ж плутоний? Как плутоний ищется? Мне апгрейдить надо просто. Смотрите, вот есть мультитул. Грейд на него. Геридий 20, кстати. Геридий. Фокусировка луча Сигмы. Индикатор расщепителя. То есть титан, точнее титан мне нужен. И геридий. Титан и геридий. Здесь что-то вообще не густо. Разведка системы жизнеобеспечения. Вот это что у нас? Это геридий. Во, давайте сейчас геридий соберем. Сейчас мы выкинем. Тут много, выкинем, выбросим. 20 геридия надо. Грейданем сейчас. Ну все, давай, грейданем геридием. Мультитул. Вот. Создать. Расщепитель быстрее обрабатывает ресурс. Так, устройство будет быстрее извлекать элементы. Отлично. Автоматически работает. Все круто. И теперь осталось нам собрать титан и тоже усовершенствовать. Быстрее разрушает ландшафт. Ну не знаю, быстрее или нет. Честно, не знаю. По-моему, так почти, ну, может быть, на чуть-чуть. Бежим, 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 бежим. Ой, там что-то впереди такое. Или это кажется мне? Титан, где бы найти титан? Кто знает, ребята, где титан, пишите в комментариях обязательно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Мы будем проходить эту игру, я уверен, потому что пока что она не надоедает, пока что она мне нравится. И это хорошо. Очень хорошо. Опасные места, опасные места. Золото, поехали. Ну, может быть, да, побыстрее. Разведка системы жизнеобеспечения. Так, 50%. Перегрев, на перегреве работаем. Так, сейчас получилось. Получилось. Лилечка, иди ко мне. Кис-кис-кис. Кис-кис-кисуня. Киса-кисуня. Лилечка. Лиля. Стесняется, стесняется, ребята. Мало пишите в комментариях про мою кошечку, она теперь все не хочет появляться. Скажи, раз про меня ничего никто не пишет, там не говорит, зачем я буду лазить тут с тобой? Меня никто не ждет. Напишите в комментариях, ребят, ждете вы кошечку или нет. Лилечка, иди ко мне, моя сладкая. Не обращай внимания. Так. По полной забиваем карманы золотом. По полной забиваем карманы, ребята. Это должно быть просто unbelievable. Мы наваримся, тогда будем богатыми парамошами в космосе. Не знаю, правда, зачем нам пока нужно богатство. Потому что мы еще не находили никаких торговых караванов, торговцев. Но я думаю, скоро. Мы просто прилетели на вторую планету. Просто получили сигнал и прилетели сюда. Кошечка что-то бегает тут. Титан, титан, где взять титан? Так, станцию. Вижу станцию. Ой, там столько золота еще. На самом деле. Разведка системы жизнеобеспечения. Бегу вам, бегу вам, бегу вам. Точка, так. Огонь. Огонь, огонь, огонь.
Обнаружена развитая форма жизни. Убежище. Там. Ого. Круто. Надо туда сходить, ребята. Развитая форма жизни тут есть, оказывается. Так, давайте в инвентарь сейчас заглянем. И посмотрим, что мы можем выкинуть. Давайте зарядим все сейчас и выбросим. Технология заряжена. Выбросим плутоний. Золото у нас не полное, еще надо забивать золотом. Гекский амулет опять. Да что ж такое-то, одни амулеты гекские. Так, что нам? Медь. Нужна нам медь? Звездолет. Иридий. Так, создать ценный сплав. Ценный товар, мягкий белый, так, алюминий, вязкий металл, космический торговец. Так, при наличии рецепта может создать ценный сплав. Платина, вот платина. Мощный элемент используем для создания ценных компонентов. Встречается на планетах в голубых зарослях. В голубых зарослях, ребята. В голубых зарослях. Движение. Ну да, все уже. Тут все фул прям забито. Даже не знаю, что выбросить, черт возьми. Давай, ладно, плутоний. Минус. Что здесь у нас? Куб карванского единства. Что это за куб? Устройство, в котором Карвакс хранят историческую культурную информацию. Дорогой. Он дорогой. Так, точка есть. Куда нам идти надо? Вот туда. Получается. Голубые заросли. Но здесь, я так понимаю, вообще нету плутона. Титана, точнее, потому что здесь вообще голубых зарослей я не вижу. А если вот там, в пещере, вот там что-то голубенькое показалось мне. Может быть и там, кстати говоря. Побежали. Попробуем, посмотрим пещеру. Полегче. Ну, что-то тут не особо. Да? Как-то там... Что-то там как-то это самое. Ладно, давай попробуем. Железо. Железо, оксид. Мне нужен титан. Углерод, так. Ну, вообще здесь не показывается. Не показывается. Ну, лучше уходим отсюда. Здесь мы не найдем. Я уверен почему-то. Эй, Вася, как же так летаешь-то? Так, все, уходим. Страшные звуки там в пещере, не хочется даже там находиться. Найдите источник признаков жизни. Да бегу я, и золото впереди найдем. Как же не найти-то, когда найдем? Тут золото кругом, мне больше ничего не надо. Там что-то есть тоже. А вот и золотишечка. Хорошо. Так, а здесь вопросик. Здесь станция тоже можно. Утомление.
У меня утомление, я понял. Поехали. Важный этап завершен. Какой интересно. Вы, богатый парамоша, Скрудж Макдак ачивку выполнили. Странник. Пройдено 10 тысяч, наверное, расстояние километров или... Как-то так, я думаю. Огонь, огонь, огонь. Что такое? Что происходит? Вроде ничего не происходит, да, звуки какие-то страшные, вообще жуть, честно. Не очень прикольно. Да нормально все пока с системой. Золото собираем. Так, все здесь собрали. Бежим на станцию. К передатчику еще. Тут можно тоже золотишечко подобрать. Хорошо. Бежим, 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 бежим. У вас... Ага, равнины, равниночки. Сейчас мы их откроем. Привет. Привет всем. Сохранить. Сохраняем. Равнины Таунс. Вы совершили открытие. Спасибо. Разведка системы жизнеобеспечения. Так, и я тут могу сказать, что... Что? Мне опять не хватит места. Давай гериди выкинем. Здесь много гериди, если что. Терминал. Добро пожаловать на галактический рынок. Загрузочная последовательность терминала. Вход в систему выполнен. Пользователь админ. Где статус? Странник. Продавать предметы своему тварю? Конечно. Давай. Продадим. Медь. Золото. $24.8 за единицу. Сколько? 91 тысяча. Мне кажется, это много. Амулет. Сфера концентрации. Музычка пошла. Так, что я могу продать? Куб. Устройство, в котором... Карвакс хранят историческую и культурную информацию. Но мне только продать, по сути, ее. Больше ничего и не надо. Бабло, заворачиваем бабло. Да, золото дороже. Сфера концентрации. Золотистая сфера временно увеличит производительность электронных форм жизни. Это оставим. Медь. Что еще я могу? Плутоний. Нет. Железо нет. Все. Уходим. А, покупайте предметы. Ну-ка, галактическая сеть, что вы можете? Защитный осколок. Лист кари. Так, нестабильная плазма. Энергетический гель, энергетический баллон. Платина, железо. Цинк. Вот, мне там и 9 надо вообще-то. Купить за 26. Вот там и мне нужен, чтобы зарядить двигатель. Так, карвакский скафандр. Металлическая оболочка электронной формы жизни, которая оказалась слишком далеко от родного мира и не смогла получить новую сущность. Высоко ценится представителем всех видов, включая самих карваксов. 34 тысячи. Даже не знаю. Даже не знаю. Купить, не купить скафандр. Титан. Вот титан мне нужен. Вот титан мне нужен штук 20, по-моему.
теперь давайте посмотрим. Классная тема, классная тема, классная. А у меня защита от вредных факторов обычный скафандр. Как я понимаю, титан. Зарядить Тами 9. Это надо сначала Тами 9 сюда, что ли? Ага. Блин, это надо к звездолету подойти, чтобы взять мультитул. Ну что такое? Что? Сколько? О, черт, 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 черт. Блин, я не там и 9, а 30 штук. Фух, это я сейчас просто жесть. Бутоний. Так, 30 штук титана, давай. Титан берем 30. Нормально мы наварились так золото. Титан. 29. А, все. Весь титан скупил. Ну ладно, пригодится. Вот. Создать. Круто. Все круто. Теперь все хорошо. И нам надо остается купить тамиум этот 9. Видите, ребята, надо золото, короче, золото. Только хардкор. Так, Тами 9. Да весь и возьмем. Че там ерунда-то всего? У нас бабла много. Ну, блин, скафандр можешь взять. Давайте скафандр возьмем. Все, купил, мужики, купил скафандр. Черт, я потратил деньги на скафандр. А как? Как его одеть? Я могу его одеть вообще? Я не могу одеть скафандр? Ну, а действительно, не здесь же одевать прям. Переодеваться, правильно? Ладно, пока оставим на всякий случай. Все-таки, мне кажется, это можно как-то переместить предметы, выбросить движение и складирование. Ладно, оставим пока. Зачем я 30 тысяч баксов потратил? Так, здесь забираем. Здоровье на максимум. Отсек с балластом. О, энергетический баллон, это хорошо. Здесь. Вау! Что там я нашел? Что там такое интересное? Стартап, заработано, 91. Ага, это бабки, что ли? Юань. Ну давай, что я там нашел? Что-то хорошее нашел. Грах, грах. Надо сохраниться, мне кажется. Что это такое? Газ, который воины викингов выдыхают, чтобы временно увеличить объем легких. Так, запрещено во многих ныне нарушаемых договоров. Давай попробуем его. Нормально, вот точка торговли, это хорошо. Давайте продайте предмет. Сколько он стоит? Вот. Так, хорошо. Ладно, остальное все, уходим отсюда, все, хватит. Идем. Нам, во-первых, надо... Ой, как быстро. Плутоний надо пособирать. Золото надо пособирать. Кстати говоря, да? Золото, ребята. Оно очень дорогое, поэтому мы его сейчас пособираем и продадим еще. У нас еще на корабле золото куча. Вот в чем фишечка. Ну, звуки явно здесь неприятные. Звуки явно неприятные. Так, сейчас проверить надо, все ли в порядке. В порядке у нас все. Какие-то вообще непонятные штуки здесь. Что это? Кто бы хоть объяснил? Но это, этим, конечно, интересно. Я надеюсь, не так громко слышно меня. Надеюсь,
надеюсь, меня слышно, и звуки не такие Ага. А чё, какого фига? Я же здесь уже был. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Ну как ж... Ну как же ж нет-то? Технология заряжена. Мультитул заряжен. Отвали нахрен. Так, вот нам сюда. Бесит меня эти штуки. Что-то не прям вообще, да? Издалека не видно, что я уже бурил эти золотые жилы, к сожалению. Но не страшно, ладно. Ничего такого суперсерьезного не случилось. Печального. Мы бежим обнаружить форму жизни, и у меня Лилия орать начинает. Как бешеная. Нормально так жарит. Вон еще золото есть. Классно. Здесь много золота. Надо, короче, золото собирать, я так понимаю. Ну все, заполнили. По полной забили плутонием нашим топливом, якобы. Чё удерживаете? Мультитуль нет активных технологий? Разрядка системы жизнеобеспечения. Нормально все, 75% это еще где-то, да. Золотишечка. Золотишечка, это хорошо. Золотишечка. Да, кстати, я не сканирую почему-то. Да тихо, не кричите, так сыкотно же, ее простоте. Страшно же. Что тут происходит? Мне всего лишь нужно золото. Я ничего не прошу у вас взамен. Давайте освободим инвентарь. Надо нам супер костюм, чтобы больше было ячеек. Предлагаю вот так вот взять раз. Плутонием раз, подзарядиться. Мультитул подзарядить. Раз, подзарядить. И выкинуть один. Тут их много, плутоний. И будем, давайте, добывать золото. Да, получше собирает теперь. И дольше, что ли? Нагревает, не? Ну, нормально вообще. Совсем другой разговор. Там самолет пролетел. Космолет. Космический корабль, а не самолет. А я тут, понимаешь ли, жарю золото. Надеюсь, они меня не увидели, не придут за мной. Хорошо. Хорошо. Я так понимаю, маленькие кусочки не обязательно лупить, с них не падает золото особо. Тихо-тихо-тихо. Палево-палево. Нормально-нормально, собираем. Нам нечего бояться. Ну все. Собрали, бежим дальше. Красавцы. Ой, хорошо поднялись. Так, здесь что у нас? Так. Приземлились. Здесь непонятно что, бежим. Система жизнеобеспечения.
Долина Дигет. Так, хорошо, открыли долину. Тоже неплохо. Титан. Блин, вот это вот, кстати, можем попробовать пострелять. У меня же есть. Давайте попробуем. Там много титана, что ли, будет? А если мы разберем? Расщепитель быстрее обрабатывает. Так, а здесь мощность расщепителя повышается. Давайте вот это разобрать. И собрать пистолет. И вот так вот, если мы возьмем... Сначала лучше сохраниться. Лучше сохраниться. От греха подальше. Все, сохраняемся. И место надо освободить. Так, золото, железо. Железо нам надо вообще. И тоже куча везде. Выбросить железо. Ну и теперь давай. На! Титан 20, хорош! Ёпты, дроны, дроны, дроны! Иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот вы увидите дронов, ребята! Перезарядка! Уходим, 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 прячемся! Ах ты жук. Бич. Это что за хрень? Что за боевой страж? Титан зато, сколько титана. Я не хочу боевого стража. Мне не нужен никакой боевой страж. Дайте мне только титан. Все нормально, всех перестреляли. Хорошо, красиво. Ня. Ребята, две звездочки меня разыскивают, походу, да? Страж деактивирован. Что это значит? Это значит, что он успокоился. Если было наоборот, то окей. Да ладно, хорош. Пиу, 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 пиу. Всех порешу здесь дронов. Огонь. Огонь. Титан собираем. А то у меня много титана будет сейчас. И это хорошо. Ну все, крутяк. Все, страж деактивированы. Постреляли, хватит, короче. Технология заряжена. Так, золото, титан, он, титан у нас хорошо. 250, так, мультитул. А, или... Зарядить, разобрать. А что теперь нам надо для этого? Гериди железо. Окей, я понял. Гериди железо. А-а-а. Медь нафиг выкинул. Что тут нам дадут? О, еще один грах-грах. Вы издеваетесь надо мной, ребят. Так, это сохраниться не надо. О, нейтринный модуль. Круто. Забияка, уничтожено стражей 5. Вот так вот, ачивочка. Будут знать, как козявки на морозе трескать. Я им покажу. Так, титан, окей. Давайте плутоний, короче, выбросим сейчас. Но явно не хватает места. Технология заряжена. Явно не хватает места.
Но у нас плутония тогда вообще не будет никакого. Ну давайте просто посмотрим. Мне интересно, что здесь. Соберем заново. Отсек. Энергетический баллон еще один. Ну все. У нас их два должно быть. А че, дядя? В один отсек никак, что ли? Это что? Открыта новая технология. Нажмите таб, чтобы открыть инвентарь. Ускоритель гранат. Дополнительный элемент плазмобластера. Гранаты плазмобластера летят быстрее. Устройство вызывает быструю деформацию ландшафта. Уничтожает формы жизни, стоящие над целевой поверхностью или рядом с ней. После создания инвентаря мультиплазмобластер автоматически. Круто! Вот так вот, да? Классно. Ну странно, как их менять? Ты их раз создаешь, пересоздаешь, опять создаешь, пересоздаешь. Получается. Источник энергетического геля, обладающий повышенной емкостью, оптимизирует хранение энергии в экзокостюме. Блин, вроде все нужно. Ну ладно, бежим давайте уже быстрее, форму жизни найдем. Так, а вот мы что можем. Железо и вот это нам надо. Гиридий. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Конечно, нет. Конечно. Ладно, один уберем. Разрядка системы жизнеобеспечения. Теперь осталось плутоний и железо. Ну круто, но у нас места нет на два ресурса. Это печаль. Просто выбросить можно, а потом поднять, интересно. Так, там золото было, пофигу. Далековато что-то находятся они. Ну железо. Да конечно, пол, конечно, нет свободных ячеек. Ну конечно нет. Ну у меня здесь титан, всякие модули тут. Я не знаю, куда я их дену. Золото. Куда я их дену? Ладно, гиридий выкидываем, не будем пока заморачиваться на эту тему. Модернизации. Тут его много. Красиво, конечно, все здесь красиво. Бесспорно. Плутоний собираем. Алюминий нейтрально. Да, быстрее собирает намного. Мощнее. Бежим, ребят. Бежим. Навстречу приключениям. Бегать, конечно, здесь... О! Золото. А золото у меня есть место? Конечно, есть. Понеслась. Давай, давай. Иди в жопень. Да иди ты в попу. Я золото собираю. Всего лишь, отстань от меня. А что это я бурю внизу, не прилетает золото, а вот по центру где-то бурю, тогда прилетает. Очень странно. Все, заполнил. Разрядка заполнил. Системы
Я понял вас. Золото фулл. Золото у меня фулл. Продадим потом. Так, самолетик пролетел, ничего страшного. Еще золотишечко. Классно. Классненько. Но у меня уже места нет. Реально нет места. Приходится постоянно здесь чем-то жертвовать. Мне это не нравится, мне нужно больше места. Что здесь разлетались-то? Прям разлетались. Так, открываем здесь. Огонь. Конечно, полный инвентарь, конечно. Здесь тоже есть титан. Спасибо, что предупреждаешь меня, родная. Плутоний. Заряжаем. Мультитул. Заряжаем. И выкидываем что-нибудь. Здесь ништяки. Титан мне... Фу. Да. Плутоний выкидываем. Энергетический баллон не нужен мне. Плутоний. Плутоний. Что? Выкидываем. Опять грах-грах. Два грах-граха. Что делать, ребята? Что делать? Черт возьми. Энергетический баллон выкидываем. Да что ты будешь делать? Его выкинул на 5. Понятно. Он опять. Что у нас есть здесь? Сохраняем. Сохраняемся. Огонь. Оп. Что? Что я получил? Опять грах-грах. Да что ж вы за люди? 13 тысяч он стоит. В принципе, не так дешево, как кажется, да? Золото 55 тысяч. Золото вообще круто. Ну и там и 9 тогда нужен, если без него все хорошо. Выкину там и 9. Здоровье на максимум. Оксид, что здесь? Защитный осколок, класс. Идем дальше. Разрядка системы жизнеобеспечения. Ого! Вы посмотрите, что здесь! Ребята, это целая станция, что ли? Это космическая станция? Зачем я? Почему я бегаю? Почему я не к самолету пошел? И не прилетел сюда? Это же проще на самолете летать. Зачем? Почему я бегаю пешком постоянно? Вот честно. По чесноку, если. Там космическая станция, надо туда лететь. И не париться. Ёпты, мак. Ковку. Что случилось? Ребят. Я ни при чем здесь. Честно. Честно, я ни при чем.
золотишь. Так, быстренько просто добежим сейчас до самолета. И все будет хорошо. И откроем заодно здесь вот тоже одну станцию. И продадим, давайте. Здесь что-то продают. Что-то продаете же здесь, помните там? Попродаем сейчас. Почему бы и нет? И полетим на самолете. На нашем космолете. Космолете даже. И найдем источники признака жизни. Конечно. Я так понял, там станция космическая, значит. Не космическая, а просто. Станция. Там кто-то живет. И это жесть. Жесть, как она есть. Театра. Пустоши театра. О, здесь тоже можно продавать, отлично. Супер. Бежим, бежим, продавай. Ай, красиво-то, а? Продать предметы. Продать. Золото. Ох, как я сейчас наварюсь. Скафандр не знаю, зачем мне. Сфера концентрации тоже. Я вот не знаю даже, как их можно куда-то использовать или нет. Нейронный модуль. Ценный. Блин, оставлю я на всякий случай. Титан оставлю. Че, глаза мы продали все, что ли? Да. Ну все, теперь можно здесь собирать. Сохраняем. Пустоши театра. Театра. Завершен важный этап путешествия. Что такое? Предприниматель. Заработано 204 тысячи. Ну, понятно, предприниматель. Как же иначе-то? Как же иначе, ребят? Бабло превыше всего. Деньжатик нормально вообще. 10%? Так, надо ее поднатаскать, систему-то. Зарядить. То все печально. Ну, где ж мой самолет-то? Где я приземлился? Какой-то попе, точно. Ваш звездолет. Ну, что такое? В какой попе я приземлился? Так, бежим, бежим, ребята, бежим. Чуть-чуть осталось совсем. Он рядышком, он уже вот здесь вот светится у нас, горит. Горит, родненький. Тут явно надо летать, здесь бегать вообще запаришься. Поэтому надо было раньше назад идти к самолету, к звездолету. Побежали, побежали. Как он быстро устает, да, в костюме? Так, а тут что, полное что ли, целое? Золотишко. Классика. Классика просто жанра. Завершен важный этап путешествия.
спутник. 15 тысяч прошел каких-то километров космических. А мы золото нашли. Бурим золото. Бурим, бурим. Достань. Почему он все время летает за мной, следит за мной? Достал уже. Все, класс. Набурили. Прибытие маяк, так, минута. Ага. Все, уже рядом. Совсем рядом. Давайте модернизнем-то. У нас, нам нужно железо и вот этот, герилли, берилли. Железно собираем сейчас. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Опять? Да ты, вы задрали, честно, ребята. Вот честно, вот. По чесноку, если вот прям. Ага, понял. Разрядка системы жизнеобеспечения. Вот, геридий. Разведка системы жизнеобеспечения. Так, надо обойти этот. Так, теперь мы можем скрафтить мультитул. Да. Всего. Железо есть, геридий есть, плутоний есть. Технология заряжена. Юху! Нормально так. Где он? А, вон мой самолет. Тут еще из-за золота выросло. Выросло, что ли? Или я его уже брал? Так, бежим, бежим, бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. Я же ее брал, это золотое. Или она восстанавливается все-таки? Так, отлично. Давайте проверим на всякий случай. Да, вот ее нет, понятно. На расстоянии. Разрядка системы жизнеобеспечения. Так, и зарядить нечем, но нам хватает, в принципе. Поехали. Черт возьми, полетели. Полетели. Воу. Как здорово-то, а? Можно как-то летать по-другому? Вот где, я не помню. На продажу-то.
Так это что такое? А вот это интересно. Ёпарсете. Тихо. Что это козявит-то меня? Вон. Давайте поближе, что за фигня? Садимся. Вот это хорошо, сели рядом прям. Обходной чип опять. Так, что-то здесь вообще серьезное на самом деле. Если честно. Так, давайте здесь сейчас засейвимся. Так. Отлично. Ай, вы издеваетесь надо мной. Вы явно надо мной издеваетесь. Железо выбросить. Плутонием. Давай, раз. Технология заряжена. Мультитул заряжаем. Раз. Технология заряжена. Плутоний выкидываем. Ну а теперь. Атлас Пас 1. Вот, то, что требовалось, да? Атлас Пас 1. Вот. Ну, Атлас Пас 1. Что тебе надо? У меня есть Атлас Пас 1. Где он? Где он? Я же взял его. В смысле? Вообще не понял. Я же взял. Что за фигня? Так, ладно. Идем сюда. Сталь усиленно уничтожить. Так, не открыть. Черт возьми. Железо, 25 плутоний. Не, накалять начинает этот момент. Но здесь-то это все есть, в принципе. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. В инвентаре корабля нет свободных ячеек. Нету свободных, ни на что нету. Нет
Гиридий. Гиридий выброшу. Ой, я не выбросил, я в корабль, что ли, засунул. Все, давай, поехали. Ну давай. Пробуем. Запущен боевой страж. Да идите в жопу. Разведка системы жизнеобеспечения. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Идите в жопу. Всех валим. Мансуем. Все, да не нужны мне твои. Железо выкинуть. Плутоний. Нет, да зарядить. Плутоний выкинуть. Уходим. Давай, сталь уничтожаем. Нам надо пробраться внутрь. Мне очень интересно, что внутри. Да вы, сука, запарили. Мимо. Валим, валим, сук. Валим. Блин, перезарядка. Мансуем. Мансуем, мансуем. Они кривые. Они кривые. Так, поехали. Продолжаем. Страж деактивирован. Это хорошо. Есть. Где? Что-то их много. Ёп, макарёк! А у меня нету этого... ничего. Плазмомёт энергии нету! И не надо. Скажите, так зажали. Давай, давай. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Смысле? Внимание, элитные стражи. Егать, элитной стражи нет. Только не это, только не это. Мансую, мансую. Мансую, мансую, мансую. Все, все, все. Сборка. Из-за тревоги нарушилось отображение информации на экране. Если я пойму, над чем тут работать, я смогу возобновить весь рабочий процесс. Звездолет, капсула, грузовой корабль. Звездолет. Мне не удается получить доступ к рабочему процессу, располагающегося здесь воина. Станция по-прежнему не работает. Так, страж деактивирован. Все-таки грузовой, да? Не угадал я. Открыта новая технология. Ускоритель перезарядки Сигма. Так. Понятно. Что это? Инвентарь полон. В инвентаре корабля нет свободных ячеек.
Конечно, нет. Так. Что-то мне еще тут дали новое. Надоеда. Уничтожен сражитель. Надоеда? Серьезно, надоеда? Это вы мне надоеда. Вайкинти относится к вам лучше. Что я нашел-то там? Еще какой-то. Господи. Что там? Ну что за звуки? Просто жесть какая. Ёгушки! А вот эта вот хрень, лютая, походу, это какой-то страж, надо точно сваливать отсюда. Давай-давай, уходим. Уходим отсюда. Это, ребята, я вам скажу, жесть какая-то. Полетели. Надо. Где-то здесь приземлиться. Да. Я не понял, почему я взял этот пас, Атлас пас 1, а у меня его нет, якобы. В общем, вот так как. Опа, мы даже как приземлились на станцию. Вот так, друзья. Посмотрим наконец-то, что это. Привет. Новый мультитул. Расщепитель. Так, лазерный ресурсодобывающий инструмент. Так, открывай. Для активации нажмите. Ну. А что тут можно сделать? Плюс 3. Так надо сравнить, надо купить, нет? Он-то получше будет вообще, получается. 41 тысяча, правда, но у меня деньги есть. Давай. Вообще нормальная. Штука вообще хорошая получается. Сканер. А что у меня, анализирующий визор? Да и нафиг мне эта система, согласиться. Беру, ребята, беру. Это вот будет огонь вообще просто. Просто джуд. По красоте. Ой. Значит, нашел я живых существ здесь. Здоровье на максимум. Понятно, хилка. А это что за устройство? На ваш счет переведены юниты 238. Консул Леший, короче. В смысле, инвентарь полон. Технология заряжена. Так, я, кстати, скоро могу так откинуться. А, Вайкин, текущие отношения, соучастник. У ожидающего меня создания манеры воина, но нападать он не собирается. Вместо этого он что-то ворчит на непонятном мне языке, вручает мне табличку. Вздрогнув, я осознаю, что мне понятен написанный на ней текст. Я недоверчиво пытаюсь поймать взгляд создания, но оно уже отвернулось.
Потеряв ко мне интерес, я подозреваю, что это просто курьер, а не автор этого послания. На табличке также имеется чертеж новой технологии гипердвигателя. Взять чертеж! Указание, как прокладывать свой путь среди звезд без сцены. Никто, похожий на воина, отсматривает твое оружие, и избегает моего взгляда, ожидая, когда я уйду. Открыта новая технология, гипердвигатель. Никука себе. Так, ладно. Ладно, новая технология, это, конечно, хорошо. Но мне нужны изотопы сейчас, что я сейчас откинусь. Терминал галактики. Вот здесь можно продавать. Да, да. Давайте продадим. Быстренько, быстренько. Гахрах. Золото. Вот. Нейронный модуль. Даже не знаю, вот эти все модули. Продавать, не продавать. Нет, все, хватит. А что можно купить? Нестабильная плазма, это мне не надо. Удерживающий жидкость. Цинк, углерод. Вот, там и 9 давайте возьмем. Все, по полной. Купил. Реликвия геков не надо. Эмерил. Все купил. Так, что за технология? Новая технология открыта. Плюс 2 углерода. Да мне не надо. Ну, пускай, конечно, будет. Вайкин теперь относится к вам лучше. Обнаружена космическая станция. Ого. Все серьезно, ребята. Все серьезно. Так, что-то еще здесь есть, можно полазить, пошнырять. Требуется обходной чип, конечно же. Просто так никто ничего не делает. Так, новая технология. Плазма-бластер улучшить, хорошо. Щит на максимуме. Взаимодействовать. На ваш счет переведены. Понятно. На халяву бабки. Цепляем. Ну давайте проверим его. Unbelievable, жарит. Жарит хорошо вообще. Так, здесь открываем, здесь сейвимся и все. И надо... будет на этом заканчивать нашу серию. Чем он полон? Углерод. Плутоний. Мультитул. Надо заряжать? Нет. Так, что груз? Гикнип. Хорошо. Сохраняемся. Сохраняемся. Все есть, ребята. На этом мы закончим нашу серию. Она была долгой, длинной. Нашли первых живых существ. Это очень здорово. Поторговались. Ну а с вами был Волкофрения. Лучшее добра всем желаю. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, участвовать в розыгрыше в группе ВКонтакте. Ссылочки все в описании под видео, ребята. Все. Ждем следующего выпуска. Всем пока.